20 мая, РИА Новости. В Южной Корее скончался председатель группы компаний LG Ку Бон Му, который руководил четвертым по величине конгломератом в течение 23 лет, сообщили южнокорейские СМИ. Бизнесмену, перенесшему в последнее время несколько операций на мозге, было 73 года. Ку Бон Му унаследовал руководство корпорацией, получившей международную известность, в частности, благодаря продукции LG Electronics, в 1995 году от своего отца Ку Чжэгёна. Руководство группы компаний LG возложено на младшего брата покойного, заместителя председателя корпорации Ку Бон Чжэна. Ку Бон Му оставил после себя двух дочерей и 40-летнего приемного сына Ку Гван Му, которого считают будущим преемником на руководящем посту конгломерата LG.